Второй этап чемпионата Ленинского городского округа по гонкам на выживание проводился в поддержку нашего земляка, одного из основателей этого вида спорта в муниципалитете, каскадера Федора Шилова. Сегодняшним мероприятием мы открываем марафон двухнедельный, который мы будем в том числе освещать в СМИ, привлекать наших друзей, товарищей и к сбору непосредственно средств на реабилитацию Федора Ивановича. Поэтому от всей души, конечно, хочется ему пожелать крепости духа и, конечно, выздороветь поскорее. Федор Шилов получил серьезные травмы при жесткой посадке на паралете во время соревнований по сверхлегкой авиации в конце июля прошлого года. Сейчас он находится дома в тяжелом состоянии. Мне очень грустно то, что я сегодня не еду сам, не выступаю. Да, показал бы школу отца, так как он знаменитый очень тренер, очень много народу воспитал, малышей, то есть поднял. Кто-то уже и чемпионы, уже и мастера спорта. Федор Шилов привлек не только своего сына Романа к занятиям экстремальными видами спорта. Именно он заразил многих нынешних участников гонок на выживание любовью к скорости и адреналину. Федор Иванович был один из тех как раз людей, который дал мне познать азы гонок, потому что когда, как я уже сказал, в 2019 году я впервые сел за руль автомобиля, именно он был один из тех людей, которые подсказали, как входить в поворот, как выходить, какие-то особенности, какие-то хитрости. Многие из гонщиков и гостей соревнований лично знакомы с Федором Шиловым. Они выражали ему поддержку и желали скорейшего восстановления. Я хочу выразить признательность тем людям, которые действительно помнят, уважают Федора Ивановича, который здесь много гонял в свое время. Но теперь он оказался в таком тяжелом положении по здоровью. И чтобы его поддержать, вот этот этап проводится. Мероприятие посетил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. Популяризировать надо ли популяризировать любой вид спорта. Спорт все равно объединяет народ. И посмотрите, сколько народу приехало сегодня. Участникам предстояло совершить 3 отборочных заезда, по результатам которых они набирали зачетные баллы. Сильнейшие из 12 гонщиков, вышедших на старт, попали в финал, а далее начинался гоночный плей-офф. В этот раз дебютантом соревнований стал Сергей Дешкин, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципалитета. Коллеги, друзья втянули в это потихоньку, и очень понравилось. Ну, с автомобилями всегда дружу. Ну, надеюсь, в дальнейшем буду дружить, буду усовершенствоваться, навыки приобретать. Такое захватывающее спортивное шоу, как гонки на выживание, неизменно собирает большое количество зрителей. Вот хорошо, да, правда, очень кайфово. Я надеюсь, что это будет все продолжаться и дальше. Не всегда получается приехать, как бы, потому что, сами понимаете, дела и так далее. Но когда есть возможность, я, ребята там особенно позвонят, скажут, всегда приедем, поддержим. На этот раз победителями гонок стали участники из Домодедово. Весь пьедестал почета заняла семья Соколовых. Даниил, его отец Сергей и мать Юлия. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.